По всей стране сегодня прошли траурные мероприятия. В Ленинске, Кузнецком по традиции к площади Победы пришли горожане, чтобы отдать дань памяти погибшим в борьбе с фашистскими захватчиками. Венки и живые цветы к мемориалу воинам возложили глава Вячеслав Телегин, депутаты горсовета, руководители предприятий и организаций, представители городских управлений и служб, учебных и трудовых коллективов, военные и просто жители Ленинска. За 5 лет войны с фашистскими захватчиками на фронт было отправлено несколько сотен тысяч кузбасских солдат. Из них не вернулись в родные города и поселки около 100 тысяч. Их останки покоятся под Москвой и Ленинградом, в Белоруссии, Прибалтике, Чехословакии, Польше и Германии. Живые цветы в знак вечной памяти пришли возложить к вечному огню и родственники погибших.